А Маринка, думаешь, как она была? Вообще стонет на все. Потом приходят мужчины, говорят, рядом можно с девочкой пойти? Я говорю, Марина, встань, встань, это работа. А потом, как Маринка придет, я вот то кресло продам, то еще. Это работа. Мы не зря же девушек садим, они так красиво стонут. Потом мужчины мимо даже проходят, а потом они возвращаются и говорят, а тут вот девушка так интересно реагировала. Это братик, если что, это братик. Это братик. Да, обалдеешь, да? Эй, ребята. Сколько лет так-то было? Года 10. Да совсем большой, скоро в школу, в институт. Уже в институт. Да, пусть работает сразу, в институт. Токарем, фрезеровщиком. Какой беленький, беленький. Да и хорошо. Все блондины были. Блондин в желтом ботинке. Вон, смотри, вон лондонский автобус едет. Ну, видите, хорошо. Вот они все за ним ломятся. Он переживает, что там с мамой происходит. Да с мамой? Это вон автобус проехал. Автобус лондонский, это не наш. Наш. Автобус убийца, я его не знаю. Хорошо покрасить, это такая яркая стала. Ну, да. Так, а видишь, вот где седина, там крас. Вот затылок и это. Ну, Светка меня вообще часто. Я только к ней езжу на Данилу Зверева, а потом вся красивая обратно через весь город. Ну да, это в самом дальних долях там. Там главное после 9 ничего не ходит. Да нормально. Прям такая все замужем. Ну там такой он скромный, он не любит вот к нам появляться. Она там главная. Он вообще скромный. Она все время говорит, ты ел? Ты там, он там порезался, ее ждет. Рану не обрабатывает. Я говорю, что кровь течет? Да, он меня ждет. Я говорю, а что? Ну, сам он чем-то там тряпочкой обмотал, ждет, когда я приду, обработаю рану. Саша, я рыба. Не обматываю. А, ты рыба. Блин, он делает своими ногами, что вообще да. Не знаю. Ты, значит, рыбка, понятно, хорошо. У меня Света же рыба тоже, 9 марта. А ты какого марта? 11. Ну, там рядом. Рыбы, они такие загадочные. Пришла, говорит, одна загадочная, а потом другая пришла и догадила. Да, киса? Ты маленький. Глаза голубые, вообще Ален Долон не пьет еще, да, одеколон-то еще не пьет. Еще пока. Ну все, сестры танцуют, это что такое? Это лезгинка? Да, да. А там музыка, да, целыми днями музыка так достает, знаешь. Надо попеть. Давай, куда продавай кресло? Покупайте кресло, очень да, хорошее. Да, промоутером. Да, кресло хорошее.